каталоге кабельных лотков представлен каталог деталей крепежных систем. В приложении KLM Group создается крепеж, в состав которого входят детали из каталога компании. Перейдем на вкладку KLM Group. Используя конструктор сечения, создадим крепеж. В конструкторе присутствует режим выбора варианта крепления. Создадим крепеж с вариантом крепления к стене. Далее можно выбрать необходимый тип крепежа. В конструкторе крепежа можно указать тип анкеров, тип болтов, тип гаек и тип шайб, которые сформируются в созданном крепеже и будут отображаться в спецификации. Имеется возможность выбрать настенный профиль, выбрать консоль, а также указать расстояние расположения консоли от верха профиля. При создании крепежа задается марка элемента. Разместим крепеж модели. Создав крепеж, переместим его к лотку. Нажав на кнопку «Расстановка крепежа», откроется окно, в котором необходимо указать крепеж модели, указать лотки, вдоль которых будет установлен крепеж, задать отступ от начала траектории лотка, шаг, расстояние от центра лотка до поверхности стены. Аналогичным образом создадим крепеж с вариантом крепления к перекрытию. В конструкторе крепежа присутствует возможность добавления консольных профилей, выбора шпилек, выбора типа консольного профиля. Также можно указать размер между шпильками, указать тип анкера, тип гаек и тип шайб. Создадим крепеж, разместим его в модели вблизи кабельного лотка и выполним расстановку крепежа. Функция расстановки крепежа может быть использована для любых лотков в одном уровне, вне зависимости от последовательности их расположения. Построенные крепежи можно вынести на лист и промаркировать. Используя подготовленные спецификации в шаблоне, можно выполнить компоновку сводной спецификации. Как вы видите, в шаблоне присутствует отдельная спецификация на крепежи в сборе и отдельная спецификация на детали, из которых состоят крепежи. Подготовив разрез по одному крепежу, его можно вынести на лист и промаркировать. В шаблоне имеется подготовленная спецификация на детали одной единицы крепежа, которую при необходимости можно выносить на отдельные листы. После выполненной работы может возникнуть необходимость изменить траекторию трассы. Данное действие можно выполнить без особых затруднений, так как крепежи сами подстроятся под трассу. Подробную информацию вы можете найти на нашем сайте или связаться с нами по телефону.